правой стороны вы видите красивое ажурное здание, это дом болельщиков или русский дом, официальное название. Здесь именно проходила вся тусовка наша, все празднования наших побед здесь. Здесь у нас и корреспонденты, и болельщики, и спортсмены встречались здесь. Икра красная, икра черная, шампанское и так далее. Сейчас здесь у нас Сочи автомузей, ретро-автомобили СССР, если вдруг...